Юбилейный фестиваль работающей молодежи «Юность» прошел при полном аншлаге во Дворце культуры имени Попова. Подробнее об этом рассказал Данил Габдрахимов, специалист первой категории отдела по работе с детьми и молодежью администрации Артемовского городского округа. То, что среди артемовской работающей молодежи есть целая плеяда веселых, находчивых и талантливых артистов, уже 15 лет с успехом доказывает фестиваль «Юность». В юбилейный для фестиваля год блеснуть юмором и искрометными шутками на сцену вышли 6 команд. Это команда «Большие дети» школа номер 14, Писанский Централ школа номер 11, Красногвардейский психоневрологический интернат, Уральский ветер, Артемовский машиностроительный завод «Виндпром», «Не мальчишки», сборная поселка Красногвардейский и команда образования «ШОК», Центр образования и профессиональной ориентации. Всем участникам команд надо было успешно показать себя в 3 конкурсах. Но перед этим гостей и команды фестиваля поприветствовал глава Артемовского городского округа Андрей Самочернов. Добрый день, дорогие участники, гости, болельщики фестиваля «Юность». Поздравляю вас с праздником. Для вас он, конечно, праздник. Выступление всегда праздник на сцене. Данный фестиваль на территории нашего муниципального образования проходит вот уже 15 лет, и я считаю, что он успешно проходит. В данном мероприятии за это время приняло участие более 50 команд и 20 предприятий, учреждений нашего Артемовского городского округа. Поздравляю всех с этой юбилейной датой. Я надеюсь, что фестиваль у нас также дальше успешно будет развиваться и выявлять новые творческие таланты. В зале также присутствовали почетные гости, которых не могли не представить ведущие. Это председатель Думы АГО Константин Трофимов и заместитель главы администрации округа по социальным вопросам Сергей Темченков. С пожеланиями ни пуха, ни пера игра 15-го фестиваля «Юность» началась. И первый конкурс – приветствие с темой «Земля – наш общий дом». Экологическая тема Российской Федерации в 2017 году. А почему же большие дети? Да потому что, находясь в постоянном взаимодействии с детьми, нам самим хочется порезвиться, пошалить, что мы и делаем в свободное время. Давайте вместе землю украшать, сажать сады, цветы сажать повсюду. Давайте вместе землю уважать и относиться с нежностью, как к чуду. Отметим, что участники подготовились отлично. Каждое выступление было ярким, эффектным и запоминающимся. Надо сказать, что очень нелегко пришлось жюри фестиваля выставлять оценки. Но за их компетентность и честность можно не сомневаться. Кто же эти люди? Судейская коллегия, в которую вошли глава Артемовского городского округа Андрей Вячеславович Самочернов,
представитель администрации губернатора Свердловской области Наталья Геннадьевна Морозова, участница команды КВН Рижевского городского округа Елена Владимировна Пересмехина, художественный руководитель Дворца культуры имени Попова Светлана Юрьевна Налимова и участник фестиваля «Юность прошлых лет» Андрей Александрович Афанасьев. Оказалось нелегко оценить творческие номера участников и поднимать карточки с оценками после каждого конкурса. Кроме этого, в этом юбилейном году не только команды предприятий оценивали, но и их группы поддержки. Они могли заработать приз за активность, громкость, использование хлопушек, свистков, транспарантов и многого другого. Далее объявили второй конкурс музыкальный, посвященный предстоящему юбилею нашего любимого города Артемовске. В 2018 году ему исполнится 80 лет. Перед началом всем присутствующим предложили просмотреть видеофильм о любимых и красивых местах Артемовского городского округа, а после представили свои номера команды фестиваля. Итак, за годом год, прошло уж много дней, встречает город наш очередной свой юбилей. И юноша муж 80 лет, примет нас большой. Боятся в тишине и переслышла. И я уже пропала, словно выстрел. Слишком, 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 слишком. Как видите, градус веселья в зале и на сцене был высок. Поэтому кроме первого, второго и третьего места вручались призы и по номинациям за творчество, музыкальность, дружбу и многое другое. Не будем забегать вперед, ведь был и еще один конкурс – домашнее задание. Юность принимает поздравления. Вот самые яркие моменты из всех выступлений. Пусть будет весело всем, кто с удовольствием идет на фестиваль.
вечер ты, царица, сегодня праздник у тебя, 15-летие. Да не простой, а работающей молодежи. Быть королевой нашей просим, и символ власти преподносим. Ведь ты и впрямь достойна трона. Итак, вручается корона! Все атрибуты власти надо бы вручить. Зятья, родные, кумовья, ну, в общем, вся огромная семья. Одеть царицу помогите, скорее мантию внесите. Тоже есть место. День юности для веселых людей, день юности для находчивых сердцем. Юность играет дружно, это важно, это нужно. Продлевает веком жизнь, ты улыбкой зарядись. Шуткам, друзья, побольше, вдохновение и добра. Сочинять легко и просто, веселись, народ, всегда. Пока жюри подводило итоги, подсчитывая баллы, распределяя номинации самым одаренным, на сцене Дворца культуры имени Попова были показаны творческие номера талантов Артемовского городского округа в честь юбилея фестиваля. А ты успела сказать мне нет. Словами бьешь все боли, я люблю сильней. Мне нравится боль. Разум говорит уходить, а тело снова просит дать ей шанс. Мы глупые люди, любим то, что нас губит. Хотим то, что нельзя. Подруга ночь. Подруга ночь, ты не одна. Вези меня туда, где танцы до утра. Кроме этого, прошла лотерея, в которой участвовали зрители в зале. Победитель определялся по номерам ряда и сидения. Призы предоставлены спонсорами фестиваля, которых в этом году было очень много, как и выступлений. Чужие роли, чужие песни, не стану петь. И осуждать меня не стоит, ведь я такая, какая есть. Бессовестно красивая, бессовестно влюбленная, бессовестно счастливая, мечтами окрыленная. Бессовестно счастливая.
А сейчас перейдем к результатам. По результатам трех испытаний первое место заняла команда психоневрологического интерната. Стоит отметить, что данная команда уже не первый год становится победителем фестиваля. Вторыми стали новая команда, впервые принявшая участие, Писанский Централ. Почетное третье место досталось команде ШОК, Центр образования и профессиональной ориентации. В номинации «Самая дружная команда» победителями стала команда «Уральский ветер». В номинации «Самая творческая команда» победителями стала команда «Не мальчишки». А самой музыкальной командой оказалась команда «Большие дети». Также по решению жюри были присуждены дополнительные номинации. В номинации «Лучшая мужская роль» стал победителем Александр Шабалин, педагог из Центра образования и профессиональной ориентации. Отдел по работе с детьми и молодежью Артемовского городского округа выражает огромную благодарность за помощь в организации и проведении фестиваля «Юность» дружный коллектив Дворца культуры имени Попова, спонсоров мероприятия, оказавших благотворительную помощь, и творческие коллективы Артемовского городского округа. «Юность» ждет новых участников в 2018 году, а пока есть время подготовиться.